Всем здорово, это Селестин и видящий охотник катаклизм. А сейчас это будет PvP-шный мастери BM Hunt. И немного я пофанюсь, надел две тринки, это Canyon of the Cruel, хитрость жестоких и Lightning Capacitor. Эти тринки обычно носят маги, но у нас хантов она прока тоже. Практически от любого шота, от аркана, от стинги, от блидов. Просто пофанюсь с ними, будет такой маг-хант. Естественно, капаситор прокает, если атака прошла критическая. В фулл-мастере ханте это не так часто будет. Чаще всего проги будет в сувайвале. Но все равно. Очень хочется проверить ханта с Тестригосом. Для этого надо 2-3 старейта, чтобы купить ее. На других пиратках я читал комменты, что действительно... Ну, кто не знает, Тестригос — это посох на мага, который дублирует его спеллы. Вот, читал, что он дублирует также еще и выстрелы. То есть два экспоузива. Да что ты будешь делать? Так как тринки нет опенер, нам не пережить, слил я бурст. Так что беда-беда. Пойдет по мне фулл станлок. Флайер, 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 флайер. Ну, тройка, я его протабываю. Успел конкадил? Да. Как раз таки прок хитрости прошел. А баф от рога не исчезает. Рог где-то рядом. Ладно, сделаю вид, что ушел. Может, он чекнет центр. Нет, что-то скачет наши. Окей, иду тогда к ним. А, нужно речекнуть ангар. Ничего, сразу GG писать. Посмотрим, сколько народ. 13 на 13. Думаю, вполне нормально выжить. Ого, корова, прист. Такой хрен... Встретишь вообще Таурена Приста, редко встретишь тут еще и женщину. Че нытики опять проснулись? Гудслив, что там еще? Всегда ноют на БГ обычно те, кто вообще ничего не делает. В самом низу это какие-то низовые хиллеры и ни хрена не дамажишься ДД. Заходит початиться, как все уныло. Human Paladin, окей. Помчали, ман! Много хитрости. Большил? Ничего нет. Улыбается, прикольный ник. Е, спалил ее. Vanish. Так, сейчас нужно отбивать базу. Все точки наши, камни ничейные. Идем на базу тогда. Что по урону? Ну, вар что-то там тащит, я смотрю. Хэм, рога. Даже так. Вот опять не зарутался. Это время, когда ловушка раскрывается, очень долгое на серфе. Что там лайн? О, чикдес. Блин, захватили клапан. Наших еще даже на базе у них нет. И нефть их нет. Наверное, весь Ориан здесь, да?
шок и трепет. Полин. Блин. Воспитан роза на движение. Такс. Ну, ворота они еще долбить будут долго, но их здесь многовато. Многовато. Хотя... Ну вот мага я смогу поиметь, но там рок рядом. Детеренс на КД. Trinketed blind. Так. Cloak of shadows. Дракош. Ну что-то какой-то рок слабый. Непонятно, что он хочет. Кстати, хитрость жестоких решает. Вот она ему помогла добить. Файр. Да блин. А, успеть. Телепорт. Та-та-та-та-та. Yes. Fuck you, assholes. Сейчас на блинке должен блинкануться маг, если не дурак. Не блинку, это мог бы. Вообще, кстати, страшный сон. Это два каких-нибудь дотера, типа Мункина, и в две тринки. То есть у обоих хитрость, и это как автоатаки, блин. Просто тебя сожрет на автоатаках. Так. Даем еще кастовать. Ну, блин, элемы. У лемов один единственный шанс, это их не бурстабилка, больше им шансов скастовать не будет. Баркас без бафов. От тиммейтов. Чего от меня бежит, я не знаю. Воу-воу-воу, аж. Два разрушителя. Какой серьезный тип! Сразу зачаркался в трапочку. А, там прокач. Что такое? Показалось ли там еще? Там еще вернул. Так, ну чё, она будет шторм вылезает. Так, еще трапа нужна. Блин, чё ему так на криты везет? Ну, рефлект. Нет, рефлекта, найс. Да, везет ему на криты что-то сегодня. Камуфляж. Так, ну пусть пока боль его немножко подточит. Командочка какая-нибудь пройдет там. Веселенькая. Intimidation. Я всажу в него немножко арканов. Он зачаржнется в мою трапу. Как так-то? Да что ты будешь делать, а? А, ну все, они мочат уже нашего босса. Думаю, еще нужно взять две одноручки и зачарить их. Чтобы там наносило по 500 урона, по-моему. Тыкс. Ну, успею хотя бы половину сбрить. Успею. Combustion. Кого они мочат, непонятно. Berserker range. Вот Overlord, Агмар. Пол хп. А, не, ну все, слив. Я даже добежать не успею. Deadly calm. Ну и ладно. Dismantle. Так, по урону даже на втором месте. Кстати, чекал я, не скейлится от спелл пауэра урон от хитрости, ну, по крайней мере, на ханте. Не сильно. Есть, правда, один немножко баганный айтем, это брунхиндарский лук. Но профита с него немного, на самом деле, поэтому не рекомендую его использовать, но могу показать, если надо. Чекну банк.
Пол. А, ну вот он. Прохильдальский лук берется он в Нордсколе. В шторм-пиках, когда делаете квестовую цепочку. Блин, забыл даже, как тут чуваков зовут. Ну, я думаю, вы знаете. Вот. Квестовую цепочку на репу в Нордсколе, в шторм-пиках. Там практически в самом старте появляются НПСники, такие деревни девок, у которых еще делик на маунта медведя. Вот. Как раз таки одна из них продает оружие, там что-то копья, по-моему, очень, кстати, красивая на транс. Несмотря на то, что вот он белый лук, его можно на транс себе сделать. Такое исключение. Сейчас найду какой-нибудь со спулпар, он сволочь стал. Бам-бам-бам-бам. Так, Quickblade. И то. Да, ну вот Spillblade есть какой-то. Возьму один такой и в оффхенд на мендинг. Так, Spillpower 2300. Сейчас тогда автоатаками пошмаляем. Будет видно, что от чего скейлится. Может, что-то поменялось. Рублю я тогда рекаунт. Сейчас, секунду, выйду. Рекаунт. Вишня, по-моему, не скелец. Ну, что там? По умолчанию где-то 867 урона идет. Так, сейчас сек. Сбрасываем все параметры и начинаю автоатаку. Пока что просто протестим вишню, протестим мендинг, чант на хил, протестим прок хитрости жестоких и лайтнинг компасситора. Shadow воли — это как раз таки прок хитрости. Вот он наносит по 4, да, по 3900 в среднем. Speaking Rage — это дебаф от вишни. Очень мощный тики, 928. Заметно, кстати, как они одновременно хреначат, вишня с хитростью. Да, одновременно фигачат, интересно. Вот Lightning Bolt первый вылетел на 10к. И как раз таки аккумулятор. Ну, как-то не знаю, несерьезно. Попробую теперь пострелять вообще всеми выстрелами. Ну, как часто будет прокать Lightning Bolt, тоже интересно. Бендинг что-то не прокает, но, видимо, он прокает только когда у нас меньше 100% хп. Ну вот, Lightning Bolt прокнул еще раз. Сколько он? 6-7к. Ну, отстой полный, а вот хитрость жестоких вполне так нормально идет. Так, ну вот, еще болт. 2000. Ну, что-то вообще несерьезно. А хитрый жестоких — прикольная штука. Так, окей. Теперь, что касается лука. Лук называется Brunhilder Bow. Сниму я тогда пусть капеситор. Фигня полная.
Не знаю, вместо него что? Фиал, может быть. Да, бомбану-ка я фиал. Так, что они его пофиксили, что ли? А нет, вот чилдшот. Пошли выстрелы. Тут написано, что наносит он 5 урона фрост магии, да? Вот, на самом деле эта херня скейлится со спел пауэром, и получается, что каждый выстрел идет где-то 1000 и может критовать еще 1500. Конечно, это шляпа, с учетом того, что ДПС не очень, но, если мы посмотрим наш спелбук, так. Аркан Шот наносит 112 weapon damage, да? Killing Shot тоже weapon damage. Static тоже weapon damage. Что у нас по химере? Химера наносит... Да, тоже weapon damage 100% плюс 16к. Соответственно, Химера уже будет нормально с брунхильдарским этим... с брунхильдарским луком и Explosive Shot тоже нормально идет. То есть это два выстрела, которые не так сильно скелятся от урона нашего лука, поэтому можете использовать со спел даггером с какими-нибудь. Ну, это чисто for fun, конечно же. Так, ну что, ладно, одеваю вишню и погнал еще по БГ. Сниму я тогда спел даггер, одену обычную двуручку. Побегаю с фиалом и хитростью жестоких. Прикольный урон. На самом деле урон будет еще прикольнее, если вы спекнетесь в survival, особенно талант Serpent Spread, который... Serpent Spread в сочетании с Improved Serpent Stingом. Ну, в двух словах, короче говоря, мультишот ваш на весь рейд вражеский навесит стингу. Инстантно еще задамажит 30% ее урона. Эта вся шляпа, естественно, будет прокать хитрость жестоких, либо другие схожие эффекты. Так, нас же уже фармят желтые ворота. Непонятно, какой раунд. Gates destroyed. The turn's down. На, похоже, это конец БГ. Killshot. Как так? Evasion какой-то. Блин, нереальный evasion. Так, окей. Тут два хилера, я просто ничего не смогу сделать. Combat readiness. Лос. Отлично. Shadow Хрен вам. Этот козел, как обычно, тупо убегает. Вместо того, чтобы посистить. Такс. Наша девчушка Мидзучики. Баркскин. Ангел, поехали. Ну, два хера нам явно не просадить. Фу, еще и медведь. Три хера. Просто еще 6 хилеров. Beast put in. Ну, кстати, стинга была на хилере. Хитрость прокнула. Бла-бла-бла. Ну, вин. А, нет, все-таки. Первый раунд был окей. И опять этот капаситор ставить. Ну, давай с ним побегаем. И заодно еще и с луком, и со спелдаггером. Раз уж на то пошло. Спелблейд. Как обычно, хрен найдешь в инвентаре. Вот он. Окей.
ВЕшный маг, это хорошо, это вот фокус. Зачем ты меня нахиливаешь, блин? Еще БГ не началось. Фу, ну приперлось ты сколько. Dark Archangel. Куча дебафов на мне. А наши, конечно, там, где нет альянса. Зачем? Давай, блинкуйся за ворота, чел. На чё они рассчитывают, не ясно. Слишком много. Слишком много. Ну, ломанут они ворота, и я тогда пойду по Predator swiftness. Survival instincts. Trinket it. Dash. Я сейчас отбрил. Да. Не очень. 9 минут продержаться, ну это бред. Я точно дал выбрать. Где маг? Где наши как обычно, чем меня пользуются? Combustion. Где орда? Я вообще не говорю. Просто скотский огонь. Ладно, дадим им выиграть. Раскипим тогда. Баркскин. Окей, сейчас следующий будет нормально, надеюсь. Ну а рек. О! ВСГ, отлично. Короче, Варсонга, по-моему, пока еще не придумали. Так. Все-таки одену я медальон. Сколько у меня реса? 34. Медальон на рез. 38 рез, уже хорошо. Да, пусть, наверное, так и останется. С хитростью побегаем. Так, кто у нас есть? Куни. Изул. Изул. Майн Изул. Кляпусик. Вроде нормально, но опять, блин, роги есть. Которые ни хера не будут делать. Касси, что-то знакомое против нас Варлока из Альянса. Дерзкая я, Вариан Арм, Анархкил, Стим. Мы все с фаном практически. Это даже хорошо. Так, где у меня Варпов Синдарай? С побегом за Зельфику. Чаржи, кстати, остались. Прикольно, да? Я тринку снял, а чаржи остались с капаситором. Ну, как видно, бегать с хитростью и прочей лабудой – это не более чем фан. Никакого профита нет, никакого огромного урона нет. Так, поржать. Если сильно заскучаете, стандартным шмоте бегать. И не так сильно брунхильдарский лук скелится над спеллпауэром. Так, конкурентов на Берс нет. Оуки-доуки.
чё у них там шляперов-то, Касси? И все толстые, ну вот какой-то лох. Дерзкая, Мункин какой-нибудь, ё-моё, Варианар, да что такое-то, блин? Одни толстожоперы. Куда ты, олень? Он по стимулу, да, пойдём. Call of Terror. Trinkinade. Давай на файре, бро. Я говорю, он вот типичный робот. Да. Стоит там начал. Сам-то не можешь скрыться, блин. Cloak of Shadows. Spellmark. Такой покаси. Налоков лучше навешивать стингу на уменьшение от хила, потому что эти сволочи. Yes. Очень дрейн лайфом на лоу какой хиливается. Бляха муха. Сколько раз было на том же альтере. Остается 40, он начинает тупо юзать дрейн лайф. И может держаться так довольно долго, пока на тебе вся его эта шаболда дикая, ты не дохнешь. Естественно, все роги пропускают флагоносца. Нахер надо. Это сейчас пойдет. Мочим тех, кто мочит нас. К сожалению, флагоносец уже не верит. Анархия. Репор, окей. Hammer of Justice. Флэр. Значит, все забрали, молодцы. Hall of Terror. Спринт. Спеллок. Тринкетед. Дисмантл. Такс. Ночной кейс. Стимул. Поехали, соло таргеты в спину. Капа, флэр. Defend stands. Давай, успеть забрать его. Киншок. Найс! Ха-ха-ха. Лол. Intimidating shout. Так, что там за ночной. Стимул, фокус. Ночной сейчас у кошака, конечно, врубится и пойдет мега ДПСить под хилером. Ребят, я одна лагаю. Ну да, походу, да. У меня все нормально. So, две трапочки. Ни хрена их там делегация идет. Ну вот как раз у нас отвлекающий маневр. Сейчас роб планирует. Пока что нормально. Блин, я думал, это Frost Circle от нашего. Trinketed. Shadow Combustion. Trinketed. Так, ну нормально, мы, кстати, Бенджера самочим. Nice boobs. Классная грудь переводится. Ну, можно и погрубее перевести, но... Так, дерзкая трупа-флаг. Ладно. О, красавчик, молодец. Главное против фаеров не юзать аспект гепарда, потому что задейзимся. В большинстве случаев они юзают молоты броню. Урон по ней наносит урон ханту. Так, ну что? Ого, дэмэдж дан. Офигеть. Анархия попала в мои снейки. Сейчас будет шедустеп. Да. Попала во вторую мою трапу. Ну и забирает ее. Листерман, видимо, еврей какой-то. Throw down. О, пипец их там. Додж. Hall of Terror. Блин, боль убили. Так, если у вас Пэта убивает в бою, естественно, нужно уйти максимально в лос, чтобы он исчез. В итоге его перепризываешь, он на фул хп будет. Флагоносец наш, что-то там. Так, а что это было? Red Peak. Defend stand. Disarm. Красная гора или что это? Defend stands. Skull bash. Попробую, наверное, затащить флаг. Psychic да что ты будешь постоянно что-то покушается на наш флаг, блин.
и ходят толпой. Хиллеры у них есть. Вот в чем. В джелке это велки. О, есть хиллер. Не знаю, сейчас узнаю. Берса я взял. Воу-воу-воу. Ничего не могу сделать. А, ну вот Листерман отобрал, молодец. Джеракам. Trinketed, blind. Nature's breath. Ночной. Анархия. Ну вот это плохо придумал. Флэр под Красный холм. Красная гора. Килоза. Переводится. Мой килл. Найс. Ну что-то у них какие-то голенькие пошли. Нужно идти за флагом. Дерзкая. Red Peak. Уменьшение архива. Две трапы. Флайер. Ассиста у меня никакого нет, нужно валить. Psychic screen. PS down. Ну вот Red Peak. Trinketed. Death Requiem. Оу, щет, она нехорошо. Shadow Dance. Хрен тебе не Shadow Dance. Ей, а ты попался. Cloak of Shadows. Щет. Щет. Так, на отпрыге, хоть, надеюсь, спринты не врубит. Трапа. Ну, сразу какие смелые, а под хиллером. Так, окей, я думаю, пойду сейчас по правой части и понесу флаг. Прикольная хитрость в плане пассивного урона. Действительно, с автоатак. Ну, с автоатак она вроде не прока, это вот с аркана, со стинги прока, это он, Дживс. Интересно, можно его завязать? Нет, нельзя. Так, у нас там целый клан ассасинов по центру работает. В джоки. Ты хочешь со мной потягаться? Я же рейндж, бро. Я сверху, ты снизу. Тринкуй. Не тринкуй. Bubble down. Trinketed. Bubble down, окей. Так. Казив по анархии надо было сделать. Пока что бегу, блин, братва, давай, выручай меня, выручай. О, ту-ту-ту-ту. Зелом сзади, посмотри, бро. Спринт. Чардж по рогу сделал. Не, что-то я вообще слепой не увидел меня, окей. Мне же лучше по кишке идет, найс бубс. Классная грудь, сейчас возьмет флаг. Еще хуже. Дагерон с какой-то взял флаг. DC, Berserker Range. Throw down. Intimidation переживет. Дальше. Скатер. Blind. Киллшот. Окей. Блин, по кишке тащит. Лапусик ливает, окей. Блин, братва, отберите наш флаг, отберите наш флаг. Сейчас весь этот инкам сюда придет. Флаг, чекайте, ну. Прикольный транс, красивый. Ну, роги, где там? Где там еврей рог, блин? Че, он тоже свалил? Нифига там пошла волна. Hammer of Justice. Zealotry. Smoke bomb. Preparation. Так, фьёкило мы тогда. Фокус. Пассивный урон. Прикольно идет, между прочим. Так, анархия. Evasion.
Ну, киллшот, киллшот. Смоук-бомб. Боль ко мне. Непонятно. Evasion down. Йокил с катер-трапа. Dismantle. Evasion. Вообще ничего, хорош. Киллшот. Найс! Один готов. А, все, можно ставить флаг. Айси, Найси, что-то я в пылу битвы и не заметил. Ты убил мою боль. Это ошибка, паладин. А, видно, что Фьокел какой-то, видимо, начинающий. Нифига ты на спидах там бежал. Начинающий пал. Так, маунт, окей. Импрувд конказив. Вот блин, автоатака не помогла. Точнее, помешала автоатака. Дисмаунтился почему-то. Варианарм. Отличная тема посостязаться. Посостязаться с опасным вориером. Ух ты, на ловца и зверь. Скатер-трапом. Руты. Так, ну, чё тут, чё тут, чё тут? В принципе, у меня всё есть. Нет, он решил от дефа поиграть. Зря, бро. Ты же вар, ты должен просто чаржиться в толпу и всех уничтожать. Вот так вот, Вариан. Ну, кстати, да, у него был транс. Сейчас, конечно, при смерти он исчез. Был транс, как у Вариана. Короля Шторма, действительно. И прическа такая же, очень прикольно. Ну, флаг я уже поставил, поэтому мы уже выиграли, фактически. Если не будем давать Альянсу. Нырнул в стелс-рок. Окей. Найс. Упс. Ну, я не знаю, бро, на что ты рассчитываешь. Комбатроги никогда ничего не смогут сделать, ты даже подойти не сможешь. Вообще нет. Рок это такой класс, говорю, который просто из точки А в точку Б бегает, поэтому... У тебя даже чипбеса. Поэтому комбатрок очень легко катить у шедоустепперов, хотя бы есть шедоустеп. Очень важно знать его кулдаун, хотя бы примерно. И не лажать, как я иногда лажаю. В смысле, отпрыгивать только после, не до. Фьокел не стремится со мной встретиться. Почему? Пока бафов нет от него старых. Так вот, появился баф от рога. Чё по урону? 15-0. 3 ляма. Несмотря на то, что я бегаю с этой дебильной хитростью, еще бы на 397 этим левел. Так вот. Маг, гном. Я же терпеть не могу гномов. Текс хиллер. Посмотрим, посмотрим. Как-то по нему хорошо прошло. Ring of Frost. Ну, теперь идем по голому руку. Сейчас по мне опенер будет чувствовать. Что, гном по мне кастовал, что ли? Не пью. Давай, давай, ну сложно же терять голову. Скатер. Как так-то? Бессмертный какой-то. Чё-то зафиал меня. Такс, дальше это наш флаг. Куманя? Что за куманя? Intimidation под гол хп. Маг, ну и киржак остался, видимо. Спелмаг. Не до кап хита у него, потому что такой ник. Кистрак, кирстрак. А, может, Counter-Strike он хотел написать. Ладно, сейчас отберем наш флаг. Мерзко.
корпус. На, все уже отобрали. Окей. Не за нашим ли ты флагом бежишь? Barkskin. Nature's grasp. На Barkskin ничего не делаем. NS Cyclone. Сколько там еще? Я думаю, сейчас можно грузить. Бум. Найс, на гепарде бежим. Точнее, на аспекте стаи. Обожаю такую орду, которая консолидируется, умеет играть в команде. Роги тоже себя отлично проявили. Вначале, я думал, будет стандартная роговская тема с отсидкой в стелсе, но нет, нормально, ребята. Затащили. Давай, помчал, пал. Найс. И по онеру тоже нормально. Так, ну что, вот так я пофанился видящий с магическими тринками. Видно, что профита немного, особенно от капеситора. Ну там, естественно, все зависит от крита. Если у вас будет 50% крита, наверное, проков будет больше. Проки там были, что, по-моему, 6-9 тысяч. Shadow воли, проки от хитрости жестоких мне понравились больше. При том, при всем, что еще и AOE шат классно. Ну вот, поэтому я думаю, при Serpent Spread таланте в сувайвале будет вообще бомба. Брунхильдарский лук скелится не очень, всего лишь 1000-1500 урона со спелдаггером, поэтому не рекомендую использовать. Если хотите пофаниться, просто возьмите реально хитрость, либо при большом крите капеситор, лайтинг капеситор, и побегайте пофаниться. На арене, я думаю, профита не особо будет. Так, что еще? А! Вот, как могли заметить, я уже бегаю в фулл мастер БМе, немножко одеваю инханс шамана, следующий видос, наверное, побегаю с ним по БГ, и я думаю, уже вполне можно идти будет с ним на арену, это будет инханс шаман плюс фулл мастер БМ, видящая в ПВП, с ПВЕ у меня будет только вишни и два куска из вирмсталкера, как-то так это будут следующие видосы. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Селестиан, всем пока!